моей куклы. Мне час остался до экзамена. Сейчас подготовлюсь и все. Короче, проходила вот в игру. Сейчас нужно пообедать. Точно в комнате играть. Окей. Просто скрежу за тебя. В общем, чуть-чуть комнату изменили. Значит, тут я. Потом вот здесь у нас туалет, потом раковина и есть ванная комната, душевая. Вот. Потом тут у нас шкаф. Заходим. Перестройка, вот, вспомню. Короче, перестройка в комнате. Вот раньше вот эта кровать была вот отсюда, как тут. Сейчас будет уборка, потому что тут прям бардак. Я сегодня хочу на тэквондо пойти, хотя я уже полгода как бросила. Сейчас музыка Хосамон, и тут уберусь. Кружка, которую я купила в Сингапуре. Еще сколько? 6 лет. Это уголок моих хобби. И люблю играть в теннис. Мои перчатки боксерские. И я рисую. Это мое творение. С радостью сообщаю, что список моих стикеров пополняется. За полтора часа я хочу сдать дедлайн. Было слишком жарко в комнате, так что я переоделась. Влог кой. Хай. Играют в волейбол. Там футбол, кажется. Вот здесь моя любовь. Столь. Показываю, значит, где тренировка была. Тэквондо. Как обычно, Андреа The Vlogs повряд. Клуб танк-класс. Вот. Просто у нас Джекоб. Турчава отдельно. Донер заказали. И тут людей, что вообще мест нет. Донерчик Гельдебзен. Просто посмотрите. Просто вау. Это ordinary glycolic acid. Вот эти три средства использую. Маска для волос. И кондиционер. И термозащита. Это продукты для лица. Короче, этот лайт. И это музыка Лана Дель Рей. Нас очень сильно вдохновило, чтобы сделать фотосессию. Сейчас сделаем. Давайте натянем себе свое черное зимнее. Начала? День прошел. Странно. We will talk how this guy, whatever, far right now and later in the 2000s, how they will actually. Я билеты взяла.
нравится. У нас университетская атмосфера, там кофейня, люди чилят, чалят. Там тоже кофейня. И там тоже. Там что, бокс? Вот, боксерский клуб самый generous. Просто так дают, без конкурса, без ничего. Вот, еще можно побить этого парня. Смертай, привет. Нет, Ваня, читал вот так, защитный бокс. Еще. Еще? Еще две попытки. Два. Давай. За шоколадку будем играть. А, смотрите. Да. Это связано с спортом. Связано с спортом. Вот. Что они скажут? Голосуйте за CD. Вот. И... Щенечка, я такая, бро, я тоже. Голодом. Так что давайте, ребят. Короче, можно с любой вытянуть. По итогу у меня кейс-ко. Вот, типа такие стикеры и три. Я еще... Клаб Коди. Такие стикеры можно выиграть. Я в Коди, не знаю, решаю. Столько бросала. Это так играла 4. Теперь довольна, иду найти новое место для чайлинга. Right now I'm so proud of myself. Я получила 9 из 10. Время 3:30 часа ночи. Я иду за стиркой и допишу свое эссе. Вот так у нас выглядит прачечная. Прачечная. Вот так. Хотя сейчас 4 часа утра. Фоники, никто не спит. Сейчас буду писать свое эссе. Вот, я поставила таймер. Нужно 2000 слов написать. Удачи мне. Чай-конь. Я сейчас сделаю уход и пойду спать. Я еще написала 600 слов по социологии. Кайф. 8:30. Или, не знаю, сон. Проснулась. Хочу еще поспать, не хочу идти на нос. Вот это опять на себе с утра. Такое сильное желание пропустить. Because it was sometime in the future, and now the future is now. I want to see how many different versions we can find on. It's not the same as reality. So... Короче, мои уроки закончились. Теперь у меня low energy сейчас. Yeah.
Наверное, такой майский ужин. Вот, и еще я смотрю дораму, потому что я заслужила. Сегодня я все планы выполнила. Сейчас придет моя подружка. Я уже приняла душ. И level of energy is fucking lowest. Апдейт. Я уже уход сделала и высушила волосы. Осталось только дуолинго сделать и прочитать 10 страниц. Добренькое утро. Мне сейчас нужно за 15 минут собраться и... Вот так вот. У нас... Почему вы это делаете? Желаю всем удачи на учебе, и мы типа чарите, помочь людям морально против стресса. Классно, классно. А вы что поете? А я развлекаюсь всех песнями, привлекаю на фрикации. Навсегда! Ура! От чего именно? Я не устала. Заканчиваю день. Завтра меня ждет long day of work. Мне нужно рано проснуться. И сейчас в универе проходит хоть и сноубол. Нужно одеваться в стиле 80-х. Вот теперь я себе нравлюсь. Это видео про Штанара моя. Это моя.